Я считаю, что это очень правильно, что стали проверять банки. Очень правильно для того, чтобы не было никаких чеченских авизов, чтобы не было никаких отмывания денег. И я очень за то, чтобы в стране был порядок. И я очень благодарна не только Грефу, а также и Путину, и всей команде для того, чтобы именно когда наведут порядок в стране, толку будет намного больше. А с банками особенно.